рядом там еще куча этих... Говна. Говна, да. Машинки летают. Ну ладно, они подальше. Так, друзья, если что, плохого ничего не говорим, я в стриме. А. Возрождайся на бич 3, если что, бич это... Мы осуждаем N-слово, P-слово, X-слово. Да. Много каких слов, мы это все осуждаем. Все осуждаем, так точно. Твич для... Хорошего. Для P-слова. Для P-слова. Так говори все. Да. Твич для П. Для покеристов. Для... Покерфейса. Для покерфейса. Там-то покерист. Покераст. Ну ты чё там? Осуждаю, кстати. Да ща, момент, момент. Момент настал, прими, гастал. Смэк-то. Патронус. Упомни песню. Биба и Боба. Я шелк, кстати, чуть-чуть подобрал. Чинки наши одежды. Ты когда мне на улыбальнике сделаешь? А то я улыбаюсь твоим улыбальником. Че? Ебать, у меня они мощные, все. Это смерть красному лесу. Ну че, где там новорожденный? Она создает. Это важный процесс. Она творит. Хочу зеленую. А теперь думаем, кто она, тварь или творец. Зеленые, цвет глаз голубые. Во. Красавчик. Ну чё, хотя... Не я один говорю, красаву как бы выделяю этот «г». Так, Вань, ты сказал, какой мне... Бич 3. Бич 3. Бич зон 3. Спасибо, хорошо, что не лево и не право. Создать выжившего. Не лево и не право, это да. Только для избранных. Так, теперь мне координаты свои говори. Как она узнает? Она карту откроет. Сто лет не играла. Я. У меня тут просто стрелочка. А, все, короче, смотри. Ниже 70, лево 60. Где-то, точнее, 65. У тебя там в инвентаре должен быть DPS. Да ладно, обойдусь. У меня? Я примерно догадываюсь. Вау, у меня даже есть что-то в инвентаре. Есть, да, что-то там. Вот это да. Так, сейчас момент настройки. У меня... Я не слышу музыку от слов совсем здесь. А ты стрим уже запустила? А стрим уже запустила. А, то есть нельзя говорить, что они... Спидрайнер. Чего? Нельзя говорить, что они... Чего? Ну, ничего. Говорю, у меня безумно свет был на кухне. Блин, я вообще не слышу музыку. Ты ему... Какую? Странно. Игровую музыку? Нет, да, игровую музыку. Где я возродилась? Тут точно все хорошо? Здесь все... Плохие драконы! А я даже не слышу, чтобы он под... Блин, бляха! Ворона, спаси! Ворона. А, ребят, я только зашла, опять сейчас он летает прям на красный дракон. А, Карлс тебя нашел. Я лучше поплыву. Да это Карлс. Это хороший? Да, это Карлс. Прости, птичка. У тебя такая же, если что будет. Ладно. Кто меня бьет? Кто? Птица. Так меня забрал Гарус. Нет, не забрал. Эбак. Кстати, если ты поплывешь, то тебя съедят пираньи. Да, ё-моё. Так что. И акулы. Вопрос, почему я не слышу музыку в игре? Понятия не имею. Ты ее отключила.
Вполне вероятно. Куда встать так, чтобы меня никто не трогал? Смотри, где это? Гарус должен поднять в лапки, и тогда ты можешь сделать что угодно в настройках. Гарус, подними меня. Поднимай меня, поднимай меня. Еще он известен в узких кругах как адмирал Парус. Эй, а ты можешь меня взять? Могу, только стой на месте. Я бегу за тобой. Я бегу за тобою. Голубое. Меня. Он там бегает за мной. А будут гигантская база. Их двое. Прогрузка базы, блин, большая. Оба. Надеюсь, тут вы меня не достанете. Достанут. О! Я им машу просто. Чувствую себя королевой. На виверне? На чем? На виверне. Да. На камушке. Я слишком большая. Ты точно можешь меня нормально нести? На... Вести. Очень легко. Просто тут огромные... Так. Огромные базы, поэтому прогрузка идет долгая. Ага, окей. Что с музыкой? Почему? Все вроде работает. Скорее всего, потому что заглушено. Конфликтует со стримом каким-нибудь. Да, раньше такого не было. И вот опять. Это жара. Говорит, раньше такого не было, и вот опять. Ну да. Это, блядь, чистый мем. Чисто какой-то но... чистый мем. Гарус, вы где? Я вас это сопровождать буду. Сейчас же это... Нет, база грузится полчаса. Сейчас эти девчонки, сейчас есть такой тренд, типа девочки чему-то делают глаза, чтобы у них были, было косоглазие, еще язык высовывать. Вот, так я сплошной тренд. Мне то просто нужно язык высунуть и все, поэтому мне вообще... Я в этом мире, мне очень повезло. Это называется Ахиага, и это как бы... Ахиага, Ахигао. Ага. Ахигао, не суть. Еще как бы... Да. Такое чувство, как будто мы в Игре Престолов. Это просто местный мем. Да, местный мем. Да, Ахигао. Шо по музыке? Надо послушать. Чё у нас там по вивернам? Ё-моё. Дима, спасай. Закидывай как крем-пот. Да. Тут сдохнут. Шо по музыке? Я не поняла. Вот буду общаться так, я не поняла. Так, если я вышла, ты же меня сможешь все равно вести, да? Нет. 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 Ты упадешь и умрешь. Да? Вы шутите? Нет. Нет. Да, если ты выйдешь в лампу, ты упадешь и умрешь. Нет, я не совсем выйду из арки, я просто зайду в настройки. А, слушай, даже когда я тебя довезу. Если ты нажмешь Escape и настройки, то можно. Не, так не получится. Это не эти настройки нужны. Как? Ну, все равно легко. Почему не? Тут только одна, когда капсула. Блядь. Ладно, я уже недалеко я. Скоро буду. У меня есть. О, Макс Ризен. На этот раз все-таки арка не разговорный. Ой, прошу прощения, что не поздоровался. Привет, Катя. Привет, Макс. О-хо-хо. Наконец-то арк. Да, ребята, наконец-то арк. Поздоровайтесь с Цоем трансвеститом, да. Пиздец. Кстати, так. Если так и есть, вот если это правда, что я говорю, то тебя никогда не забанят. Потому что если тебя забанят, то это будет оскорбление меньшинств. Будешь моим юристом. Так, мы сейчас присядем, потому что энергия заканчивается. Ах! Yeah. Я на своей виверне на одном дыхании далеко. Я тоже самое. Да я пока ее там от дела фазал спасал. Ой, энергию потратил. Спасибо тебе.
красивый динозавр. Могу его дихлохосом? Стой! Стой! Почему? Да стой, Гори! Какой ты классный! Принимай! Познакомимся? Меня зовут Катя. Принимай приглашение. А, принимать приглашение? Так, принять приглашение в племя, посмотреть, Давай я тебя приму в новое племя. Будешь в моем племени. Забыла, короче, как играть. Что такое? Тогда тебе придется сжечь. Где же Е? Все. Ну так что? Где ты ее выкинул? Кого? Котяху. А я, ты же меня не взял, я просто стою на динозаврике. На каком? А, так можно, так можно, так можно. Вот это да! Класс! Именно только не двигайся. Да, только не двигайся. А в разные стороны же можно? Нельзя. Нет. В смысле, смотреть можно, а двигаться нельзя. Да, смотреть. Упадешь, умрешь, но все логично. Я чуть-чуть двинулась. Вот такая вот я. Озорница. Бунтарок. Да. Сейчас, если еще чуть-чуть двинется, превратится в лепешку, а не в бунтарку. В лепеху. Вот лепеха. Та-та-ра-та-ра-та-та-ра, любви Казанова. Аж музыки так и нет. Просто Макс, я же на прошлом стриме писал тоже. Хорошо, просто Макс. Че, ребят? Где ты там? Подлетаем уже. Я вас видел, вы уже ближе. Какое классное дерево. Вон у нас грифоны есть. Я думал, это Котяха, а это Люси. Котяха, это Люси. Котях приехала. На личном вот, видишь, транспорте. Два грифона есть. Привет, ребята! Наконец-то мы с вами увиделись. Ой, слушай, у вас на втором этаже бассейн, да? Класс! Как я и хотела. Это не совсем бассейн. Как уютно! Надо цветок поставить где-то. Точно. Можно. Зацени. Час спустя после того, как Катю привезли, база разрушена, динозавры мертвы. Пацаны, а, все, спасибо. Дрин, фотка, привет. Немного устал сегодня. О, да, понимаю тебя. Но держись. Ёб твою мать, шкаф. Так, привет, гулял по холмам, нить холмам. Здорово. На карьерах? Вау! Это чё, полетим, типа охрана, да? Типа да. Да, наверное, полетели. О, какая лестница! Какая классная! А слышно, хорошая идея оставлять её здесь одну? Да, чё? Пока вы там слетаете, я только дома смотрю. Кто её усыпил? Меня убили в доме! Вы чё? Тебя не убили. Кто это сделал из вас? Мафия, блин! Меня что-то... Вы меня хотите трахнуть? Что? Что? Это девушка! Все. Это я. Сейчас мне они будет оба хорошо. Я бы сейчас вторая подойдет. Да можно было не усыплять, я сам, я бы согласилась. Они еще и молятся. Что это такое? Зачем вы меня усыпили? Вон стоит один большой, в тебя лег. Я как знала, вот все девушки любят больших, понимаете? Мужчин или чистых. Вы говорите, не надо создавать похудее! Вот, сразу набежали. Летели. Налетели, дротиков да? Только надо взять. А, да, мне тоже дротиков набрать. А я вот от другого стрима устал, а то пришлось попозарить по масти. Там сделали. Фига себе, вы еще по масти базарите.
На картонах. Блин, а чё вы меня одну оставили? Я чё, буду так лежать дальше? Нет, ты скоро проснуться должен. Если тебя ещё не накачали наркотой. А кто это сделал? Тихо, расскажи. О, всё, привет. У тебя в инвентаре птичка светящаяся. Повесь её на руку. Перетяни это как предмет. Что? Ну вот ты, чё ты ей дал? Ясно крыло чибика. И как мне его повесить? А у нее есть это дополнение? Ты берешь... Там есть складка на руке. Да, это как одежда. У меня вот мелкий ребенок, где он? Я не могу его никуда... На руку, так... на руку. Вот это зелененькое сердечко? Да-да-да. Да. Да ничего на не руку. Делается. Берешь, зажимаешь руку, перетаскиваешь. Дим, да. Привези пока еще наркобыри. Ну, смотрите, ничего, ни на руку, ни... Значит, у тебя нет этого дополнения, там дополнение надо для него. Его еще опять же скачивать. Да, у тебя, походу, только ванильная была, да. Дай ей обычную, это, кого-нибудь. Макаку, макаку. Где ты взял... Где ты тигра взял? Их же не было. А, выдрочку. Да. Спасибо. Кстати, да, вот выдра ей нормально. То же самое попробуй зажать и на руку. Нет, ничего не происходит. Отдать обратно. Вот в этот ящик положи. Ну-ка, я хочу на стрим зайти. Что у тебя там происходит? Сколько. Так, а ты сможешь сейчас в инсту с телефона зайти? Да. Так, дротики разбираем, кому и надо еще. Дошла. Дротики пополняем, кому надо. А, сейчас. Так, я уже взял. Так, мне надо. По две винтовки каждый взял? Я починить надо. Только по улице осторожно, да, бегай, здесь не так безопасно, как там. Просто в платье постримить, а не как в прошлый раз. Да, можно мне так, а то я с ростом 197. Ребята, человек Максим, хороший мальчик, тоже просит, говорит, что 197 нужно, чтобы на него девушки налетали. О, классно. А что за крест? Тут посередине комнаты. Ой, ё-моё! Я аж испугалась. Я думала, кто-то за мной пришел. А, Люси, Гарус, привет. Что ты будешь со мной делать? Это твой брат-близнец. Да? Да, мы с ним похожи. А ты можешь на меня так сесть? Нет. Смотри, хочешь прикол? Садись на него и нажми правую мышь. Так, управлять и... Где вы стоите? Я хочу это видеть. Ну, он меня выкинул. Ребят, все в порядке. Опа! Внутри. Ну ладно. Разверни его к окну. Надо на улице с ним такие трюки. О, вы пришли посмотреть, ну пойдемте. Да и вышли. На краю. Слезай. Сейчас вниз спустимся. Казанова. Ну отойдите, что вы встали. А он тут не проходит. Сейчас. Это я там стою, я же просто широкая. Какой широкая? Да. Он по лестнице может ходить. Зачем тебе Клеопот? На руку персонажа под слотом под оружие. Макс говорит, на руку персонажа под слотом под оружие. Открой инвентарь. Инвентарь открой. Открыла. Я... Сейчас, погоди. Вот вы видите картинку моего? Да. Вот, зажми, выбери этот. А где моя Виверна? Чибик. Чибик. Вот. Это вот этот синий. Так, синий. Ага. И на руку натягивай. Натягиваю.
Вон, на руке подсвечивает. Зеро, где моя виверна? А, теперь подсвечивается. Так. До этого не было. Как мне его назвать? Можно? Зеро. А, как хочешь. Чё я? Где моя виверна? Зачем? Твоя в этом? Он за тобой ходит. Твоя в криоподе. Твоя булочка в криоподе. Моя, булочка. У меня сейчас я кину в холодильник. Так, сейчас мне починить броню бы желательно. Держи. В холодильнике. На тебе пустой креп вот один. Так, третий этаж. На третьем я еще не была. Убирай. А где бассейн, ребята? Это не бассейн, это парник. Бассейн есть немного. Есть. Это большая теплица. Подальше. Бассейн. Подбирай капсулу, я тебе скину. Дима. А, отниму. Что? Что, берем грифонов, полетели? Так. Окей, видишь, он следует за тобой. Да. Какой он миленький, господи, боже мой. Маленький такой. Так, Киллинг, привет, Выдрючка. Привет. Она просто на руку перса тыкала. В квадратике написано, ну да, спасибо, мистер Алекс, привет тебе. Вот, просто почему-то, либо я Гарус, ко мне глаза долблюсь, я не знаю, но такого я не к нему этого положил. Что вкачать грифону? Ёпта. Что грифону вкачать? Что за игра? Нет. Игра Арк. Звук вообще до скольки вкачать вес? Кстати, да, я пока настрою звук, постараюсь. До скольки ему вес? Ну, 800 давай. Так, сейчас должно быть слышно. Сейчас, секунду. 800 будет. Нет, не слышно. 672 будет. Так. Так, где вы? Я в домике. Я вас сразу летел. Я вас потерял. Что за дичь? Почему? Я пытаюсь настроить звук, и постоянно у меня что-то меняется, конечно. Ептеть-молтеть. Ребята, где вы? А вы где? Вот. Все, вижу твою задницу. Смотри, грифон может ускоряться. Не просто на shift, а смотри, ты повыше взлетаешь. Быстро вниз. И пикируешь, мышь, я знаю. Ну так... Да, я знаю, что он пикирует. Не, я просто так, качал нам, этот. Нам в сторону зеленого обелиска. Если отстанешь, можешь это как сказать. Там встречаемся. У зеленого. Угу. Ну, я все равно сейчас на дозаправку слушаю. В этот раз за энергией будешь? Послежу. База погружается только. Да вот бесит это, у меня такие лаги от этих баз. У меня тоже лаги, но, в принципе, жить можно. Тебя не слышно, в дискорде прибавь, парней нор слышно, тебя не очень. Вас, пацаны, вас вообще слышно сильно хорошо. Меня плохо слышно. Пацаны вообще ребята. Пацаны вообще ребята, да. Медь, магить. Ты... И магия. Блин, вот... Ля-ля-ля! 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 Господи! Господи. Не надо тут ля-ля! У тебя чат в игре работает, Катя? Да. А что такое? Надо будет тебе это вытащить, зверёк. Что вытащить? Потом объясню. Блин, голос и видео, да, попробуем. Ох, дикие лаги, обожаю. Ну, на грифоне это так. Я ще еще лицом во что-нибудь воткну, пока пищету. Раз, раз, а как меня слышно? Нормально. Все так же? Да нет, по-другому, но... Лучше? Хуже? Ну смотри, как это сказать, более четко, но тише. Угу. А так? Громче. Четкость такая же. Супер. А, это штука 5.
Так. Мы прям... Раз-раз, а сейчас? Теперь я вас не слышу. Видишь Терезину? Ну? Её томить. Не сейчас же. Ну не сейчас. Потеряно соединение! Лоха. Найс! Ну перезаходи. Захожу. Ты как думал одновременно стримить и в арк играть? Да. Арк, меня слышно тихо игрушка, по сравнению с другими. Я могу единственное, что сейчас это микрофон подставить. Я же сейчас же петь не буду. Слушай, никто не оглохнет. Я, конечно, все понимаю, но нахрен мне ботинки подставил? Мне ботинки все сломали. Увы, с игрой сделать сейчас вообще ничего не могу, потому что я не понимаю, в чем здесь проблема. По настройкам все вообще гуд. Ну, по крайней мере. Просто игра как Twitch. Опа! Осуждаю. Что мне делать? В смысле? Димон, ты веди. Йоу! Фризы пропали. Фризы? Фризы пропали? Димон, ты где? Я призываю. Аллилуйя. Аллилуйя, то есть меня сейчас хорошо слышно? Не слышно только игру. Вот что-что, игру не слышно. Даже мне. Не переживай, мне тоже не слышно. Тьфу, тебе задрал. Так, ну давайте звуки попробуем. Так, пошли, пока его здесь нет, поищем. Связь, запись, воспроизведение, динамики. Он вроде летел за нами и уже, блин, отстал хрен знает насколько. Ну я садился на этот, у меня... Я дважды сел. Мне тоже дважды сел. Только у меня. Ну, у меня швынки меньше. Ой, на улице как тоже круто. Одни динозавры. Это все наши. О, привет, красавчик. О, какахи. Куда собирать? Компостницу. А где компостница? Занятие достойное стримера Twitch. Там в натуре. Там сбоку компостница, это куча ящиков. Будет очень весело, если мы так собирались, а его уже здесь нет. Куча ящиков, говорит. О, нашла. Да, вот туда и кидай, в любой. А здесь солома, вот прям сюда? Да, вот к соломе и надо. Все, я у обелиска. Окей. Прямо у лутка сейчас сяду. Так, ну пойду погуляю, пока вот светло. О! Ну ты учти, что тебя сейчас хавают. То есть без Люси идти, да? Да. Да. Может, ей лучше вообще никуда не надо, потому что она профукает все начальные предметы. Да не профукаю, вот у меня есть парашют, у меня есть что это, увеличительное стекло, нафига оно нужно? О, целебный отвар расходуемый, это пить можно, да? Это спирт, надеюсь? Это спирт. Белый. Хороший вопрос. Куда ты пошел-то? О, я пить хочу. Бля, ребят, оборачиваюсь такая, и тут этот стоит. Пипец просто! Ёб твою мать! Гарус за пилота! Не могу. Господи, вы там смотрите! Меня уцепили! Мне нормально. Меня тоже уцепили. Будешь моим мужем? Женой? Там кто-то в обелиск собрал этот. Он предложение делает Люси! Я делаю предложение Люси! Это надо сфоткать. Блин, так, вроде все живы. Посмотри, что в обелиске лежит. Пойду погуляю. Я посмотри. Артефакты. Нет. Тут на боссах. Тут вообще все на боссах. Обезвоживание? А где вода, ребят, поблизости? Я говорю, бассейн надо было. Куда, вдоль чего? Темно, не видно. Вдоль труб. Я прям сейчас тут умру. Пипец! Чего говоришь? А-а-а! Не сожрали. Тихо, нет! 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 Все, я покончила с собой. Мне все стекло. Просто. Минус котяха. Минус котяха. Круто. Но я бежала к воде.
Все нормально. Все, я туда добегу и забегу все, что у меня было. Не переживайте. Так, а где мне лучше? Кровать расстояние 72-965. Тут везде много. Где мне лучше возрождаться? Минус гору. На кровати, которая самая нижняя. Самая нижняя кровать. Я возродился на нашей самой первой базе. Сложно Стрим быть стримером. Сейчас. Да, иногда. Иногда да. Ну, особенно в начале. А почему я не могу идти? А все. Потому что в начале мне было очень страшно, сейчас тоже иногда. Пойду на рассвете. Сейчас, иногда мне сейчас тоже очень страшно выходить в стрим, потому что я стесняюсь, боюсь. Вот. Ну, не знаю. Ё-моё, тут один чуть не помер вообще. Сколько у него хп? Вот. 86 хп у одного. 200 у второго. Ё-моё. Но нужно наслаждаться игрой, наслаждаться процессом. Вот. Капец, у него открыли, их ничего нет. Тогда будет несложно. Что за микрофон? Надо, Logitech? Нельзя рисковать грифами. А, нет, HyperX, это я с камеры перепутала. Да, надо не садиться, да, надо. Надо возвращаться на базу, мы не потянем. Это популярный, как у всех. Не потянем, HyperX. Предметы мне сначала вернуть надо. Ну, сейчас. Ты ж один сдох. Почему не потянем? Потому что зачем-то вы сели к Троадонам. Ладно, не пойду туда. Вот поэтому надо и было качать эту. Как его там? Стойкость. Поэтому не надо было садиться. Я же могла полететь, ребята. Я полетела. Куда? На чем? На птичке. Какой из? Я забыла, как называется. Сейчас я долечу до себя. Имя. Да, сейчас я выйду от него. Сейчас. Чип. Это дракон или птица? Птичка. Это Афина. Афина. Лучше возьми Птеранодона какого-нибудь. Афина у нас одна. Ее ну где? Сейчас меня будут забирать или нет? Я хочу найти твой труп и забрать вещи. Зачем? Вернемся вместе, я заберу. Лети сюда. Да у меня тут и вещей-то особо не было, что вы? Переживаю. А он не тебе. Где ты там? Я на базе стар. Наконец-то светает. На старой базе. Еще прилечу. Я вас пока тут в воздухе подожду. А я поищу воду. Там рядом с базой труба. Иди вдоль нее, найдешь кран. Из крана попить можно. Ничего себе. А налоги платить надо? Нет. Вот это да. Тебе платить нечем. Mm. Натуру. Ну как сказать? Я ожидал шутку про натуру. Ты видел, как я выгляжу? Любой мне даст, поэтому все. Нет. Ты просто ломаешься. Ну, просто сама знаешь, чей ответ. Так. Ну где вы там? Да лечу, лечу, успокойся. О, да тут лететь, блин, 2 метра. Ты уже летишь полчаса. Так хп нету, надо регенить. Налоги, да, налоги, это кошмар вообще. Каждый год повышается. Ребят, у меня просто паника. Прикиньте, вообще в магазине вообще нечего купить от слова совсем. Из-за еды имеется в виду. Вот. Капец, просто какой-то у меня... Сейчас я посмотрю, что это для выбора действий. Здесь большая каменная стена. Я могу каменную стену сломать, но воду я так не наблюдаю. Не трогай ее. Сейф. Не трогай ее. Ну, я не трогаю. Оставь ее в покое. Я ищу кран. Полетели. Сейчас я все... Вы знаете, сколько стоит свекла? Свекла, мать вашу, свекла. Вот сколько? Вот лежит все, нормально.
Ребята, сколько стоит свекла? 150. Вот, 150, ты сразу угадал. Что, недавно свеклу покупал? Нет. Откуда ты знаешь? Из Аргентины, я предмет огород. Она телефон никогда столько сказать? Не стоила. Ну, без грифона. Но. А теперь... Так, извини меня, рис 180 с гречкой. Просто как жить, как жить? Вы сейчас за килограмм или за штуку говорите? Про рис, наверное, за килограмм. За килограмм. 2 евро. Вот я говорил, зачем ты подбираешь, ну, да, мои вещи? Где дробовик? Здорово. Где патроны к дробовику? Где я не нахожу две винтовки? Где труба позорная? Ладно, ребята, позорная мы с вами... Труба. Несмотря на все, трубу я не нашла, поэтому мы поехали, полетели искать воду. Водоем. Море. Какого? Факел еще. Ребята, вы же понимаете, что мы ее потом не найдем? Да найдете, я найду вас. Я иду по прямой. На стрим просто зайдем, и нормально. А с микрофоном Samsung можно стримить? А Samsung, Samsung. Думаю, да. Я не разбираюсь в микрофонах. И вообще сейчас в аппаратуре, если честно. И в стримах. Да, и в стримах. Я вообще ни в чем не разбираюсь, так себе. Суки, что в меня? Могли красных бы поддержать. Платье. Да, я сегодня не в красном, а в цветочном. Я нашла воду. Я же сказала по прямой. Сейчас проверю, насколько по прямой она нашла. А, понятно, где она нашла. Я по прямой. Где? Она сейчас к этому биому выходит. До реки долетела, походу. Да. Нет, пошли до реки. За это. Ракетсалем. Где вы? 800 хп, ё-моё. Да, специалём-то, какая разница, сколько хп. Так если сесть, то нужно будет... А здесь другие тоже есть, да? Вторая винтовка где? Другие игроки здесь есть? У меня только, типа, моя вторая. Да. У меня две было с собой. Ну, она у тебя в руках, поэтому, скорее всего, ее не было. Нет, у меня еще в инвентаре была. А еще насчет дротиков. Ты, по-моему, их не взял. Сотня. У тебя сейчас с собой сотня. Да. Давно ли я начала путь стримера? Нет, буквально полгода назад. Ёптать, одни динозавры. Даже попить негде. Где так, вы тут тусите? Оп. Подлетаем. Мы летим к синему обелиску. Походу, к зеленому. Ну, к зеленому. Дальтонизм не лечится. Так, теперь надо найти дорогу обратно. Вот. По прямой. Началось. Кажется, ли помянем. У меня стрим завис. А, кстати, повыше этого леса лети, пожалуйста, а то тебя эти львы скинут с седла, изнасилуют и выкинут. О-о-о. Прекрасно, мне нравится. Буду летать как можно ниже. Ну, это образно, они тебя убьют просто и захомячат. Ну ты что, ешь все быстро? А потом захомячат Аргента. Да, Аргента будет очень жалко. Больше Аргента, да. Ну чё, где это второй? Вон он. Ну, вы только что мимо пролетели. Ну давай. Энергию пополнить и полететь. Ой, на лету какает. Разбудилась. Неожиданно. Слушай, можешь домотаться до кого-нибудь, а? Чё стоишь? Сейчас домотается до какого-нибудь этого аллозавра. Альфа. Альфа-аллозавра. Не до него. Ты травоядный, али как? А кто там у тебя стоит? Опа! Чуется мне сейчас, мы просрём аргента. Да, там да ладно вам, какое большое дерево, как я. Хорошая была Афина. Да. Не надо ее уже еще хоронить, она еще столько
Ой, я вижу силу богов. Будет мучить. Да. Я только сейчас понял, починилось это. Ёб твою мать. Посмотри на ветряк, чё с ним. Так. Походу, я нашла ваш дом. Ну да. Я тут рядышком. Вот а! Вот тут ли там? Дикий самец, олень! Пока он меня не видит. Если я его не вижу, то и он меня не видит. Логично? В смысле? 45 уровень! Вы что, офигели? Прикиньте, не могу взять силу богов. Говорят, где олень? А, убежал, испугался. За грифоном. Ты-ты-ты. Зачем ты лишний раз энергию тратишь? Ты зачем встал? А это что, не мои ребята? Вроде наши. Вроде все наши. Я не вставал. Да-да. Лично. Давайте на дозаправку надо. А вы что, еще не приехали? Я тут ужин сделала. А вас еще нет. Ужин? Насралась, что ли? Подожди. Фу. Нет. Подожди. Это только Дима питается. Так ему и ужин. Где у нас холодильник? Это не холодильник. Вот, слушай, я вот к ним не... Будешь сам собираться. Будешь сам собирать и заниматься садоводством. Почему у нас в холодильнике Задрал. Лежит бензин? А где ему еще быть? Мистер это Алекс, не... спасибо это за то, что сказал про категорию. Чего? Золотистый аргент, смотри. Йо. Только он притамленный. А, ну да, он не золотистый, он зеленый. Тут выглядит золотистый. Зелено-оранжевый такой. Ну что, полетели, спрятали. Ищем вообще-то. Где? О, ждет. Мой днем красавец. Он был тут. Ой, а что это за дверь? О-о-о! Ну это не еда. Я вас потерял в этом лесу. Сметная паста. Летай из Скайаргента, не за нами летай. Ребята, а кроме игр, чем вы вообще еще занимаетесь? Работа. Кем работаешь? Ну, сейчас я только что отучился, у меня этот... Вообще, пока сисадмин, пока. Mm-hmm. Мне опыт просто нужен его на эту. Блин, там что-то было. Сисадмин? Пока да. А кем хочешь стать? Чук починишь? Чук. Деньги дай на проезд в Россию обратно. Да ладно, тут если честно делать нечего. Сиди лучше там. Вот, это хорошо. Да. Я не буду чинить тебе комп. Мне? Нет. Я сам справлюсь. Не переживай. Я 2 дня угробил на диагностику своей печи, чтобы выяснить, что у меня оперативки. Один. Один единственный. Жуткая жуть. Причем самый первый. Прикиньте, туда нельзя. Вот это да. Так, пока вот это мост ловлю. Куда полетим? Давайте полетим направо. Я надеюсь, чем питается ты телефон? Не на Афине? Я на Афине. Ну, может, надо что-то сожрать? Возьми какой-нибудь Люси, либо Птигодонта. Да не парьтесь, я только в воздухе в основном. Да, кстати, не путай Люську и Люси. Ага. Люська это которая по полу там что просто бегает. А как мне завоевать дракона? А, ты дракош хочешь? Я что-то не вижу вообще-то цель. Где? А его выводить надо. А не завоевывать. Не, а если завоевать, приручить как-то? Нет, нельзя. Нет, надо яйцо стереть и вылупить. Вау, а где мне яйцо? Можно стереть? Там, да уже... У тебя уже там есть яйцо. Уже есть, тебе осталось только тебе вывести его. Яйцо сделали. Высиживать надо? Да. Типа того.
Ну, это у нас самое вроде как в генах. Все нормально. Что это за непонятные какие-то вот... Да, вот тут есть спуск в операцию. Какие они классные. А еще они агрессивные. Маленькие, да. Пиздюшата бегают. Чего-то нету лица. А его, видимо, снесли или уже затарили. Ну еще бы. Что-то подвисает. Странно. Но у меня, кстати, у самой эта игра немножко подвисает. Игра такая. Потому что это арк. Оптимизация для слабаков. Тупых. Для слабаков. Да, мотаемся. Это пуля, нет, это пинг. Все, рамсы попутал. Иди сюда. Иди сюда! Вообще кецели нету, по-моему. Да, вообще нет. Нема. О, смотрите. И надо кто? Было сразу лететь. Что-то у тебя, мне кажется, что-то со спиной. Ой, я туда не полечу. Уже да, поздно, зонова. Меня уже полагало. Ну, короче, нет, я успел. А мне хорошо, но не скрыт. Кто приход. У нас там общается слева? Привет, хейт, что-то там. Наконец-то. А, так это чат, если что. Мы же на сервере. Тут же другие люди ходят. Да, нас было четверо. Так это, смотри, это сервера, который соединен с другими серверами. Типа люди с разных серверов могут общаться. Круть. Но они должны быть... От одного разработчика, может. О, нашли тебя. Покатаемся на другом. Ты ей не объяснишь, что такое кластер, я боюсь. Объясни. Вау! Стой. Смотрите, назад! Это что-то красное. Оба! Это типа прыгать так могу, да? Чу-чу! Чу-чу! Хватит баловаться, ищи кицеля. Да нету кицеля, сам. Когда дома будете? Сколько вас ждать? Да, ей яйцо выводить еще. У-ху! Можешь забирать. А то я сейчас да. Тут... Мне, кстати, тоже. Да мотаюсь. О, ну-ка, не стой. У нас нет молока. Нас... За всех ну-ка разгоняй. Ну-ка, брысь. Ну-ка, брысь отсюда. Слушай, нет, ну для этого нужно побольше динозавр. Ну что, погнали? Домой покатили. Да. Ты, кого сказали взять? Так, это... Сигадонка. Вон, смотри, тот тоже водопровод делал. О, олень без седла. Так, а нам нужно других людей убивать? Нет, здесь нет. Мирно. А, мирно, то есть я могу к ней подойти? Здесь других людей нет пока. Ну, она, наверное, постройки нашла чьи-то. Ну да. Что-то там Гарус айкнул. У нас сейф в крови. Здесь должна быть шутка, но ее не будет. Я тебя понял. А я на сейф. Ладно. Она тоже поняла. Но из-за того, что мы стримим, нам... На стриме придется промолчать. Сука. Вы видели, да? Вы видели? Нет. Ладно, поедем на Афине. Я просто никого другого не... Да уже сиди на базе, мы сейчас прилетим. Мы сейчас будем на базе сидеть. Сейчас я вам... На базе сиди. Да все, все. Пойду стол накрывать. У нас стол есть. Сейчас будет? Ты? На верстак она тебе выложит. Ё-моё. Так, давайте найдем стол. Поможем Кате найти... Блин, я еще не могу сделать стол. Блин. Обидно. Что-то медленно совсем у него по стаминкам становится. Он перегрузит. Потому что у тебя мяса нет у тебя. Он не голодный. Причем здесь это, энергия восстанавливается за счет голода как раз. Короче, еда будет как обычно лежать. Стол я пока не могу еще сделать. Уяк! О! Вау! Что это? Что это за постройка?
Промышленная плавильная заперта. В смысле, я открою. А если... Ты, если посмотришь чуть-чуть правее, ты найдешь... Вот ты молодец. Ты чё? А вы кучу? Ты красавчик просто. А что случилось? Вот проблема второго пилота. Он дамажится живкой. Вы не приехали? Я вообще не понимаю, зачем ты начал туда лезть. Там мясо было. Ну, забрал мясо, дальше взлетел. У меня выньки не было. А я задел медведя. Флаг. Ой, блин. Да ладно, ты не расстраивайся. Да вы просто... Ты всего лишь умер раньше Кати. Второй раз. А еще говоришь, я играть не умею. Ха-ха. Так, а где вода? Расцвело. Просто перевязал и уничтожил. О, вот. Иди. Нашла, подожди. Нашла? Вау! Нашла кран. Да. Ну, это не кран, я, типа, это... Резервуар с водой. Ну да, как будто... Вот иди вдоль трубы и найдешь кран. Ну, я нашла, я думаю, что это оно. А что, а если дорога вниз, что, куда она ведет? Где там мои вещи, координаты какие? А-а-а! Блядь, всё, я умерла! Недолго музыка не играла, не играя танцевать. Я хотела проверить, что, что там внизу будет. 85.4, наверное, обрыв, но это не точно. 54.7. Чего 85? 85.4, 54.7. Вижу. Я уже здесь. Оказывается. Ой, да по сути мне даже возвращаться за своим ничем не нужно. У меня все это есть. Так, энергетический напиток я же могу пить, да? Поэтому... Только он воду не дает. Что? Он воду не дает. Так она перевозродилась. Еще по сути. Ну да, все. Это фундамент, это не стол, ребята. Офигеть. Пипец, блин. Если что, ты можешь в поисковую строку написать «стол» и найдешь. Вау. С большой буквы. Сука. Ну, до этого мне еще нужно дорасти. А ты думала? Эх. Это вам не хупры-мухры. Дорасти там... За столом могут сидеть только большие. Ну что? У нас тут диплодок сбросил Рекс, блядь. Вы приехали, ура! Чё, по морге устраивать? Что? А? Чё? То, а? Что слышал. А? А это, кстати, по-моему, на Твиче. Осуждаю. А где вот моя ветерна? Пойду завалю диплодока. Вообще офигел. Буду повышать навык собирать листочки. А что тут? А, тут что-то происходит, короче, здесь наших вообще все в крови. Тут вообще трындец, ребята. Тут такой замес. Да. Кстати, жестко Терексу прилетело. В смысле? Он просто посмотри, упал. Посмотри, что у него по ХП, если это у него просто окрас такой. Просто окрас такой. Ну, у нет, у него полный. Есть кровь. Он у Гриффина? ХП. У него есть кровь. У Гриффина, да. Я не понимаю, он все еще... Они его еще не победили. Сатанист этот нарколыга. Или это наш? Это наш. Нарколыга наш. Вот он так яро себя ведет. Будто... О, привет! Пик. Хай. Если хочешь качаться, то можно вот взять либо Бибу, либо Бобу. Так, нашла Бибу, Бобу. Что тут происходит? Это... А, они просто приземляются. Так, так, Бибу или Бобу, так. Стой назад, назад, да, назад, ладно, ладно. Назад. Сядь за другого. А почему? Бобу, потому что командующий.
Он как-то там попрыгал. Чуть не упало. Ты сам сказал Биба или Боба. Да. Ну, расчет был на Бибу. И смотри, сейчас идешь за мной, и мы идем убивать всех подряд, чтобы тебя прокачивать. Угу, хорошо. Прыгать не обязательно. Да, я пытаюсь обойти вот этих вот мелких вот. Мелких? Может, больших? Вот, все, теперь нормально, можем бегать. О, смотрите. Хуяк! Блин, круто! А вы где? Ура! Так, и как мне бить? Ну, крем. Что? На левую кнопку мыши он бьет, на правую ничего. Д, отпусти. Я ж усыплять начну. Че, на этих нападать? А, давай. Я, блин, иди сюда, иди сюда. Опа! А где Ванька? Я не слышу Ваньку. Ваника молчит. Я... Да уйди отсюда, Тима, блин. Мы качаемся. Иди это сюда. Наше место. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Дима, свали. Ёб твою, Дима, пей. Я еще жива? Спокойствие. Спокойствие. Дима, хренач, Мегатери, он под баф. Я хреначу. Так, теперь надо как-то отсюда выбраться. Спокойствие, спокойствие. Вот это мы сейчас на горе на склоне стоим. Это, конечно, трындец. О, мы можем идти. Спокойно идти. У меня просто вынка кончилась. Охренеть просто. Охренеть он. Тихо. Начисляет. А где она там упала? А, вон она. Не, я жива, все нормально. Да понятно, что жива. Я в шоке, почему я жива Сколько? Осталась. Потому что это сумчатый лев, он любит прыгать. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ох ты, говно какое, а? Я добью, все нормально. Ты не попадаешь. А, надо попадать? Да. Неожиданно. Ну да, типа я думала, побью и все. Ай, блин, сейчас я тебе лечу. Ты бей, я лечиться буду. Так, ладно, надо научиться. Дима, свали! О! Да, во-первых, ты не на своей пиверне. Во-вторых, смотри. Разве? Да. Укрись, а, это ты. А, да, это светлее. Так. Это краснее. Так. Ух ты, я могу по горам лазить. Вот это да. Это крутой чел. Пошли бить вон тех больших. Дима, улети нахрен. Повезло, верни мне мою верну. Они на ровных стенах и стволах ходят. О, да. О, барашек. Большие это... Разница колесей здесь, ну... Урона и защиты. О, я на медведя напала, ребят. Прямом баф от того, что я воспитал ее. И? Я не про это. Про что? Вон я про здоровый. Вау! Мы тут, в общем, всех тут, да, рубим? Где моя виверна? А чё мы мясо собираем, да? Всё, круть. Да. У-ху. Смотри, теперь нажимаешь... Шаман, привет. F3. Так. Ой, не F3, F. И качаешь там урон в ближнем бою. Там плюсик нажимаешь. А, это я знаю, да. Ты мой мне... А, урон. Сейчас. В ближнем бою. Дима, где мои... Вот это не у него знаю. Склад. Чего не знаю? У меня нету. Идите сюда. Вау! Тихо свистнул, ушел, называется. Нашел, да? Вау, тут двое. Не понимаю, о чем. У тебя там что-то украли. Ух ты, блядь. Кого? У меня. Наркобы. Фигмаксик.
Ну, типа... Жрём. Так, там очень опасный чел. Дефективный. Это куропатка? Вот это? Да, это куропатка сбивает седло. Бля, да поздно. Ой, я ю... Ну, не знаю, мне кажется, я слишком легкий бой был. Ё-моё, тут рядом с нами кто-то разводит. Кого? Рексов. Ты видел тут, сколько рексов стоит? Это рексы со старой базы какой-то. Базы самой уже нету, оживка есть. Тут обезьяны ходят на двух ногах спокойно. Так это та же самая Люси. А. Снизу она кажется меньше. Люся. Ты можешь завалить, она, кстати, ранит. Смотря какого уровня, если большого, я заберу. Пойду тортики поищу. Вы травмированы! В смысле убили? Ё-моё. Это фиаско. Блин, я только из этого... Из дупла вышла, и все убили. О, почему зеленое все? Она на Пурлове и на микрораптор оторвалась. Поедешь со мной, а? А, поеду, поеду. Я тут просто... Конечно... А сейчас поеду. Так, сейчас медведь. Мы тебе птицов выводить будем. Я еще не могу. Возьмите, пожалуйста, у моего того зверя все. И, а, заберите зверя с собой. И зверя меня. Можно... Зверя якобы не забирать, да? Нет, я про зверя и сказала. Меня можно забыть. Ух, я иду со зверем уже. Супер, ты молодец. Почему у меня сейчас возродилось много чего зеленого? Открыл, отображается. Это баг? Нет, это не просто... Нет, это не баг. Ну, вообще, да, баг. Но это так. Это вроде не, мне кажется, не правильно. Мне кажется, это типа зона возрождения. Что-то типа того. Да, бывает иногда. Круг такой. Да-да-да. Как рисовывается. Слушайте, а нету больше таких больше зверей, на которых мы сейчас были? Нет. Есть еще один. Одна. Ты уверен, что хочешь это? Ну, я сейчас вернусь и поедем опять. Так я его не вижу. Или тебе... Смотри, у тебя выбор. Мы сейчас можем поехать опять, а можем виверну выводить. Дракончика. Давайте драгончика выводить. Тогда бери птеродактиль и взлетай наверх. На этаж второй. Птеродактиль. Кто из вас птеродактиль? Это мой дракон. Он прям подписан. Вот, вот. Кира есть. Иди сюда, слева. Лево. Вот, я прыгаю. О, все. Вот это птеродактиль. Вот птеродактиль. Вот он. Садись и вверх взлетай он на ту платформу, которую на дереве закрыл. Вот это птеродактиль? Да. Да. Так, куда? Что, на гору? Никогда не видела? Не на гору, на платформу. Где Люся? А где Люся? Где Люся? Выше, выше. Платформа на дереве, выше, выше. Да так бы и сказал. Самая высокая платформа. Во, а я что, знаю, где тут Люськи, не Люськи? Припарковали тут своих? Она упала. Почему мне так жарко просто? Так, кто-нибудь позовите мне Люську сюда. Я тебе уже спустил ее. Кира, а не Люся. Киру, окей. Да сзади она. О, подожди. Да мимо нее пробежал. Ну я к себе. Она свой трупик решила обобрать. Да там нет ничего. А Дионика, ты будешь выводить? Так, если что, это... Томилка занята.
Туда пока никого не сбрасывают. Кем? Я второго гиганта и так. Ты опять к нему стоя подходишь, да? А не, он не закрылся. Ничему тебя жизнь не учит. Да он меня не дамажит вообще-то, я чё. Это чё? Так, и вау, это что? Вау. О, это кто так баловался? Факелы сделал. Это не балование, это особое место. Ой, я вылетела. Все нормально. Опять? Нет, все, все будет. Это было... Сейчас. Ложная тревога. Да, ложная тревога, как и всегда, в принципе, что. Какую ей виверну надо? Я уже забрал. Куй. А, уже забрал? Ну, жду. О, привет! Вот мы и выдаем. Кстати, а ты... А чё у нас? Зеро, а ты, кстати, у меня яйцо виверну-то забрал? Выпусти меня. Белое. Не трогай их, надо зажечь. Выйди оттуда, это место для яиц. А Зеро? Чего? Яйцо виверны моё где? Которое у меня с собой было, когда мы летели за Кецелем. Чё, вы яйцо потеряли, что ли? Да не, не твое. Я еще одно просто нашел. А где вы тут яйца складируете? А, и все зажигать нужно? Да. Но не все. Вообще все. Я не во все успел дерево закинуть. Не надо во все. Так ты что, значит, профукал мое яйцо там оставил? Я нажал забрать все. Значит, ищу у тебя белое яйцо. Нету. Стой. Что ты делаешь, девочка? Вот это здоровое красное яйцо. Что ты хочешь? О, тебя убили! Ее усыпили, чтоб ты бан не получил. За что? На сиськах сидит. Вот твое яйцо. Через 4 минуты у тебя будет мелкий засранец. Тебе надо его заклеймить. Так. Ай-яй-яй. Ну да, молитву читать, наверное. Там. Нет, нет, стой. Нет. Что нет? Ай, ты мразь. Не делай этого. Ты чё? Как мне тебя взять? Я тебя спасла. Ну все, не получится. Ходишь и нажимаешь «Е». Так, тащи тело. Мне... Тащи, все, отходи. Тащи, тащи. Господи, как я тебя классно тащу просто. Оп, оп, оп. Главное, нам с тобой вместе не упасть. Вот да, не выкинь меня тоже нечаянно. Нажми еще раз «Е». Да все, все, ой. Ну, у нас явно с тобой что-то получится, конечно, да. Так, ладно, я стою, молюсь над яйцом. Продолжаю. Ой-ой-ой-ой. Шалом, КГБ, привет. Постарались. Шалом, КГБ, привет. По-моему, КГБ не надо говорить шалом. А что значит шалом? Типа... Это еврейское приветствие. Это еврейское, да. Отойди чуть-чуть. Неловко получилось. Мне да? вообще нравится. Что? Ну и нафига ты это сделал? Да ты чё, Хватит! Чё ему? А, ну идёт инкубация. Ты понимаешь, что у нас нету еды для него? Так я его в криокапсулу закину потом. А какая еда для него нужна? А я не отпущу. Ты чё? Никуда не жалуешь. Иди сюда, ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Ты специально, чтобы он вылупился и на меня не посмотрел? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Кого вылупился? Птенчик мой. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Буду с ней ходить. Хорош меня там за волосы поставить. Ребят, дайте пройти. Ну что это такое? Встали тут. Чешу, не трогай ее. Все, не могу тебя трогать.
Эй, ты что делаешь? Меня-то за что? Фак! Ты чего? Я ж тебя тут все. Надо у тебя забрать эту штуку. Где? Пока я разберусь, где эта штука. Вот так тебе, вот так тебе. Вот это вот тоже сюда. Манговую попробуй. Просто я не разбираю, что листик. Да. О, цветы она люблю. Вырубила. Сначала туда жуй до конца. Скушай его, кстати, да. О, типа мясо. Мы... Я мясо у тебя тут немножко взяла. Мы же друзья. Иди сюда, моя блондиночка. Вообще-то... Она тебя что, вырубила? Да. Серьезно? Я просто без брони был. Отмазываюсь, отмазываюсь. Оставлю тебя здесь. Где мои птенчики? Дай винтовку и один тротик. Ты мне? А? Отошел отсюда. Дай винтовку и один тротик. Нет! Зачем? Вернуть. Я могу только так сделать. Да я дам тебе, только хватит, ты что делаешь? Потом. Осуждаю. Ну. Ты меня, кстати, не усыпишь. Ну, ой, что ты, какой красивый ходишь тут. Хочешь меня вот дротиком просто вот потыкать? О, все. А что ты не падаешь? Эй, хорош, баба, ну хватит вам. Ай, ты что делаешь, не трогай ее. Да уже померла, если что. Слушай, давай мы с тобой сейчас пойдем, выйдем, поговорим. Родилось. Клини. Подходи, буква Е. Да, подожди, пока ничего не нажимается. О! Заклеймить. Как назовем мой первенец? Мальчик, девочка там. Ну, просто первенец, он мой. Будет мальчиком. Сейчас, подожди, я посмотрю. Отойди. Я не могу, все. Это пацан. Первенец, отлично. Ой, ты такой классный! Так, вы просто надо посмотрите вывести на него. Надо убрать отсюда пока. Воровка. Так, изменить группу, настройки сброса, действия. Наверное, действия, да? Нет, не действия, назад. Отойди, я сам все сделаю, а то поломаю все ему. В смысле поломаю? Я мать. Ведь я же мать. Я готова убить. Ой. Вспомни. Ну, и куда мне это теперь деть? Фу, ты что делаешь? Избавляюсь от улик. А это что за яйцо? Выбросил. Это мое. Зачем его ты его выбросил? Оно тоже. Чтобы яйцо вылупилось. Вон, а молиться надо? Да. Куда делать? Так, что мне с ним делать? Посмотреть инвентарь, детеныш. Пока ничего. Поведение. Вау! Поведение, значит. Растет, может, ты с молоком сгоняешь? Уже поздно. Погнали вдвоем сгоняем. А, не, на Рагнарёк с тобой за молоком. Включить нет? Спаривание! Он маленький. Он узнает на 190 уровне, что такое спаривание. Я его чуть не ударила, прикиньте. Ты чё на него целишься? Эй! Мы же ты его не убьёшь, у него 2000 хп. Вот живучий дебил. Мне кажется, он меня убьёт больше. Говорят, не упади. Сука такая! А вы ты падну парашют. Я хочу. У меня тоже был парашют, а я про него вовремя забыла. Хуй, суки, а? И это происходит. У меня не один парашют, так что это тебе не поможет. Сейчас.
сейчас я тебе, блядь, приеду. Сейчас, мне знаешь, хочешь, я сейчас приеду, знаешь, на ком? Пока Ванька не видит, пока за молоком пошел. Вау! А это можно сломать его? Смотрите, да, я ищу. Сейчас я вам тут... Да я свои вещи верну. Ладно, что? Крутяк, ну-ка, где вы? Так, а куда ты сиганула, расскажи я мне. Я здесь! Жила вас убивать. Кто это сделал? Пока Ванька не видит, я вас тут сейчас его драконом убью. В смысле нас? Я вообще ни при чем. Я не знаю, кто при чем. Со спины на меня напали. Она это... Так ты вещи свои-то забери. А то пропадут ведь. Да у меня там нет ничего. А, может и есть. Есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кстати, да. Это вообще-то мой дракон, а не Ванькин. А, да? Ну, тогда вообще не страшно. Ты имя-то дашь? Не дам. Пока не дам. Ах, ты да все забрал! Ты. Так что за рупа? Ну, я чего? Могла тебя шантажировать, я, блин, понимаешь? Полчаса у меня, может, чуть 45 минут, но не больше. Я не успею ничего сделать за это. Даже вдвоем. Что вы хотите сделать? Молоко для детенышей. А как его сделать? Он Ванёк пропал. Его нужно пойти диких виверн найти, усыпить, получить с них молоко. Кошмар. Дать ему грудь и все. Вот вам молоко. У тебя ее нет. Сука. Я что-то тебя не слышал, Зеро. Что, слетаешь? Поехали с тобой, Зеро. Давай, летаем. Полетели. Это на другую карте. Уйди, уйди! А что случилось? Она мелко упала. Она зашла прям к ней. А к кому я зашла? К самцу Люси. Теперь все занято. Ой, все заново, блин. Аваля! Ну ладно, что делать будем? Ты меня куда понес? А, я тебя не брал. Ты посмотри. А, ты за мое крыло зацепился. Так, на ком полетать? Не, отойдите все от томилки. Ох, Ванька злой. Отходим. Ну да, он злой. Ёпа! Как там мы... А тебя не откидывает. Ёпа, жаль. Блядь. Так, а где ты? А, ясно. Как на нем тяжело летать. Ну... На всех так. Нет, не на всех. Где мое солнышко ненаглядное? Привет, пупсичек. Ты голодный? Эй. Так как назовешь? Так я его же первенец назвала. Ну, можно изменить. А, так и назвала? Да, ну можно. Можно как-нибудь попробовать. Вы, кстати, отошла, потому что от перегрева может... Ах, да. Ласты... Эй. 40 минут еще. Кстати, у вас были все шансы меня убить. Потому что из-за перегрева, когда ты меня вниз бросила в первый раз, у меня там кости поломаны были, я ничего сделать не могу. Но не вышло, но не пропанул. Да ладно, мы... Слушай, вырвали. Если бы я хотел, я бы сделал пару выстрелов с дробовика. Когда ты там стоял. И ты б не убил меня. Я тогда уже отличился. Че, может, поедем? Нет, до того, как ты спрыгнул. Ой. Ёх. Сейчас надо передохнуть. Отвлечься. Блин, что почему ты к рту прикладываешь трубу? Вопрос. У тебя во рту глаз? Ты, кстати, тоже плечо прикладываешь куда-то.
Блин, есть охота. Там брала мясо. У тебя 50 мяса в инвентаре. Да я про себя. Да хотела кушать. Я поздно уже кушать. Я сколько у тебя там времени? Сейчас у меня под 11. Всего лишь у нас вот 18 минут первого. Привет. 27. Серьезно? У меня время неправильное. Да. Ты стримы неправильно начинаешь. Ой, хорош вам. Оба. Ничего себе! Ничего себе, как я вот что ты не успел сделать, пока я был в отключке. Кирку забрать. Ёпт. Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, она угробит мне сумчатых львов. Я 7 часов томил. Не прыгай туда! Не надо! Хорошо. Тебя Гарус загрызёт. Кто, где он там? Где вы его видите? Какой Гарус? Ой. Фух. Чуть не туда, не это. Буду стоять здесь. Эй, кто меня забрал? Ты сейчас меня выкинуть хочешь? Эй. Именно. Поэтому поставь быстрый слот, желательно парашют. Эй, блядь, где парашют? 8, быстро! О, все. Если бы я хотел выкинуть, я бы тебя... Теперь Катя умеет пользоваться парашютом. Выкну. Спасибо. Ух ты, говно. Давай. Не догонишь, не догонишь. Ха. Давай посмотрим, как умеешь. Выходи. О, тут еще вода есть. Круто. Вообще, это вода для растений. В каждом из нас живет овощ, поэтому нормально. Я чурмарковка. Я папайя. Хотя это вроде фрукт. Да, как бы. Она на вкус как тыква, так что овощ. Ты куда собралась? Гулять. Ах ты, говню! Летели мы тут втроём. От бедного медведя. Давай, полетели. Все что ли? Покатушки закончились? Я жду. Это, слезь с мед... Вай! Ты её сейчас уронишь, по-моему. О, он специально, он меня и хочет уронить. Проходит взяла? Да. Когда будешь падать, нажми на слот парашюта. Да я вроде так и сделала впервые. Капец, у тебя там сейчас американские горки на смотри. Ну. Крутяк. Кстати, двигаться нельзя, в отличие от меня. Всегда хотела прыгнуть с парашюта. Как красиво! Вау, вау, ничего себе мы долетели! Вау! Назад, на бат. А, нет, а мы... А мы береты убили. На лоб надвинем. И автоматы. Ты нас убил, если что, да. Что-то я так долго летаю. Ну, у меня теперь обезьяна не успокаивается, я не могу дальше ее приручать. Ты ее сбрось куда-нибудь и выйди за радиус прорисовки. Я уже ее отвозил далеко. Я ее привожу обратно. Она бьет то место, где Катя стояла. Мстящая женщина. Зачем листика спить? Ой, я сейчас сяду на чей-то парашют. Ой. Я еще и листики спал. Я так остался. А как мы вернемся обратно? Я же не дойду. Я тоже так думаю, как мы вернемся обратно. Залезете. На тебя, если есть... только. У меня есть план, но я еще думаю, как его реализовать. Не, я, конечно, могу вам грифона принести, но это неинтересно. Слушай, я такая большая, что мне кажется, я уже давным-давно должна была приземлиться.
Очень красиво. Нет, сейчас, короче, надо... Ты мне хочешь проткнуть парашют? Мастерство стрельбы усыпить во время полета. Ты что делаешь? Да тебя все равно не это. Не да, домой, конечно. Да. Ах ты ж, блядь! Парашют открывай. Тебе повезло. Я ее пытался подобрать, а она снова упала. В смысле сама упала? Я говорю снова. Я... Это не я сама упала, это ты меня уронил. Ты с чего по мне стреляешь там? Хочу туда! Там водопад. Куда? Водопад. Где? Может, не надо? Меня подожди. Там наверняка есть какая-то пещера. Пещера вряд ли. Ладно, пойду листика на место. А, его жрут. Ты хочешь сказать, что ты сейчас нас покинешь? И как мы будем возвращаться домой? Он уже покинул. Я вас не вижу. Я отвезти смогу. Ну. Я за вам виверн из этого телефона возьму. И вообще-то нет? Темнеет так-то. Уже стемнело. Не страшно. Ой, ты где-то рядом. Привет. Тут рыба большая. Вон, где рыбач. И что, мы в воду не пойдем, да? Можно. Че? Какую воду ты сперва хочешь? Умереть быстро. И безболезненно. Ни хрена не видно. Держимся вместе, подожди меня. Да я сзади. А, блядь, тут холодно. А где все грифоны? Чтоб я не видел. Смотри, вот ко мне подходи. Видишь этого? Да, я могу его руками выздать. Почему я не вижу ни грифона, ни виверна? Его нужно убивать? Ой, ни агента не может получить. Вот это, смотри, рекордсмен специально ращу. Вот это. Это твое? Смотри. Вот сюда иди. Видишь вот это здоровое? Ага. Вот я ее ращу специально. А то есть мне отпустить тело, да? Он убит или тело? Нет? Он, мертв. Он своих не будет есть. А зачем ты нашего-то убил? Он не наш. Это дикий. Вообще не все дикие. Так, на агенте Гара. Ничего не видно. Кремень, солома, камень. Ничего у меня с собой нету. Могу только добыть. Да сейчас все сделаю. Так. Мне же нужно оружие сделать. У тебя есть эта винтовка? Ой, копье нормально. Ага, и что, мне добывать камень копьем? Не надо ничего добывать, все есть уже. А есть хотя бы кирка? Чтобы сейчас я все сделаю. У меня есть... Вы рядом с водопадом? Да. Встречаем рассвет. И как? По кайфу. Зиро отошел. В туалет. Чё-то я вас впустите, не вижу. Наверное. Да, впустите. Сакуру видишь? Я вижу только водопад. А, вот вы где. И тебя, да. Да оно, в принципе, и так хорошо. Держи. Вау. Спасибо. У тебя грифон с ума сошел. Блин, в натуре. Это Катя на него села. Я ничего не вижу. Ты понял? Ты поняла, что этот грифон мне предназначался теперь? Ой, все. Полетели.
Ты, если меня сейчас бить будешь, на, я тебя выкину опять. Забирай меня... своего грифона. Я тебе огонь потушу. Да умер, кстати. Спасибо. Ну вот. В смысле? У меня парашюты были. Парашюты из быстрого слота пропали. А, ну я сейчас добегу. Нормально. Может, есть. Потому что нефиг меня бить. Ой, Мишка. А Катя где на грифоне? Я стою, рассвет встречаю. А. Садись на грифон, а полетели. Сейчас я найду его сейчас еще. Он прямо перед тобой. Я вижу, я вижу. Ну, полетели. Куда летим? За мной. Пока да. Что вверх. Давай, пока что вверх. Просто вверх. Вот мой трупик. Должна меня видеть. Да, вижу, вижу. Кью-мэ-тра-то. Что, мне лететь к тебе? Кого? Нет, я тебя здесь... вижу, я бегу, я лечу с тобой. Я кемпингом занимаюсь, ничего не знаю. Ой. Ну ты завалишь Традонта? Я завалил уже. А. Не потерялась? Потерялась, а тут чуть-чуть. Взлетай максимально вверх. Видишь меня. И крути головой по сторонам, когда взлетишь. Как красиво. Взлетела? Да, максимально вверх. Тебя не вижу. А пламя видишь? Красное. Не-а. Ищи. Она не увидит у тебя на этих максималках столько тумана. Чего-чего? Стой, стой. Развернись на 180. А, все, вижу, вижу. И вот в обратку полетели. Ага, только мне нужно остановиться. Ох, энергии сбастись. Ну давай садимся тогда. Вот на камушке. Эти! А, ти! Ой! Спасибо. Будь здорова. Спасибо. Отошли оттуда. Ой, взлетаем, да, чё? А, уже все, можешь садиться. Я тут чуть-чуть дунул. Дунул. Осуждаю, кстати. Так что садись отдыхай. А вот слезать я бы на твоем месте не смог. Блин, диморфодон к другим диморфодонам прилетел, я его не смогу затомить. Вот ты, блин, ты зашел не в тот район. Так, челлендж вернуться домой, пешкодрал. Ты там что, опять потерял? Нет. Он а почему пешкодралом? Долго восстанавливается. Потому что нету никого. Ты разве не полетел на этом? Я там резнулся. А. Там помнишь, я с собой
каменный фундамент и кроватка есть. Я вот там заспамлю. Бля. Нормально. Так, как из этой жопы подняться? Куда полетела? Да, я просто тут катаюсь. Я тут это сейчас, давай припаркую. Можно здесь припарковаться? Просто он нифига не отдохнул. Паркуйся где хочу. Ну. Все, отдыхай. Короче, я сейчас долечу до дома и пойду спать. Все, можно летать. Все, куда летим? Куда? Скажи, если отстаешь. Не-не-не, все нормально. Бля. Теперь я по сторонам так не смотрю. А где Ванька? Начал заново приручать обезьяну. Ты чего молчишь? А он обиделся, ему сбили приручение. Да я просто долго летел к этой, к горе, потому что он все никак не от этого не отагривался. В общем, сиди здесь, а я пойду Зеро искать. Подобрать. Зачем? А, то есть он зачем? Тоже где-то? А зачем? Или ты доберешься пешком? Да я доберусь, у меня челлендж подняться пешкодралом. Мишки, это плохо. Мишки, они недалеко атакуют. Чего? О, они, мы почем? Никогда и ни за что не стали так высоко построить дом. Ну, почти так, да? Да. Наверное. Ты пропиши команду кит в чате. Я? Да. Да. А вы видите, что я сделала? Нет. Так, в чат говорите, и как я должна в чат... Слэш... Чат на Enter открывается. Я надеюсь, ты знаешь, что такое слэш. Конечно. Она стример, она знает. Она продвинутая. А зачем я должна это писать? Получишь снаряжение халявное. Прописала кит? Нет. Ёптать. У меня вообще не пишется ничего. О, знакомая проблема. У тебя чат открылся? Да. Ну, напиши. Слэш кит. Ничего не пишется. Ни слэш, ничего. О, упали. А ты нажми на строку ввода. Ой, девочки, вы упали. Да, я вижу. Пизду. Не сегодня. Сори, глубокая сори. Ух, пойти спать, что ли? Пойти поспать, да. Ё-моё, да. Карнач. Ё-моё, ужасный птиц. Я теперь вообще сделать ничего не могу. Ну, короче, ладно. Как же жарко, просто какой-то кошмар. У вас... Какая у вас погода, ребят? Плюс 3. Вот и у нас. Плюс 35 днём. Фух, да. Кена Альфа нарвался. Ты бы лучше молоко уже взял. Короче, я выходи, что кто, кто на чате, всем выходи. Пока. Всем мур-мур. Ой, господи, как жарко. Давай.